Глядя на то, как полетели головы с плеч после голой вечеринки Насти Ивлеевой, королева шансона Любовь Успенская решила на время отказаться от вечеринок. Поэтому в этом году дочь певицы Татьяна Плаксина вместо привычного веселья с песнями и плясками получила от матери в подарок на день рождения тихое семейное чаепитие. Успенская рассказала, что считает неуместным в нынешнее время веселиться в ресторанах. Свою дочь она поздравила дома. На празднике присутствовало всего несколько человек, самых близких друзей семьи. После вкусного ужина 34-летняя Татьяна задула свечи на большом торте, украшенном ягодами. Именинница, кстати, появилась перед гостями в очень скромном образе, никакого впечатляющего декольте или максимального мини.